Видео переведено с канала Star Wars Apprentice. Знаете ли вы, что направления движения армии клонов в «Звездных войнах» были построены определенным образом, чтобы заставить их казаться злодеями? В западном кинематографе герои обычно перемещаются слева направо, в то время как плохие парни перемещаются с правой стороны экрана на левую. Поскольку мы читаем слева направо, движение героев в этом направлении кажется нам более естественным, что психологически склоняет нас к ним и, наоборот, отторгает от тех, кто двигается не так, как мы привыкли. На протяжении всего мультсериала мы можем заметить, что чем ближе мы приближаемся к концу войны, тем чаще клонов-солдат анимировали таким образом, чтобы те перемещались справа налево, создавая впечатление антигероев, что в конечном итоге и стало правдой. Вот время и настало выполнить приказ 66. Да, владыка. Убить его! Солдаты обратили свои оружия против своих генералов. Началась большая чистка, а с ней падение Ордена джедаев. Клоны стали штурмовиками, а Республика отныне Империя. У микрофона была Натали Максимов. Текст перевел доктор Мел. Вещала на канале Вил Студио.